Намасте. На этом видеообзоре я представляю самые популярные кованые поющие чаши, размер от 23 сантиметров до 28 сантиметров. Это наиболее востребованные чаши для звукотерапии, массажных практик. Именно этим размером мастера делают терапию, и именно этот размер подходит для того, чтобы делать различные массажные и терапевтические практики. Чаши я буду представлять по одной, вот, потому что если мастер умеет выполнять массажные техники поющей чаши, то одной чаши достаточно для того, чтобы полностью проработать костно-мышечную систему, внутренние органы, структурирование жидкости и так далее. Чаши специальные, то есть я их специально отбирал в Непале. То есть они тонкостенные, имеют очень хорошую вибрацию, очень хорошую энергетическую отдачу, как от стенки чаши, так и от донца, что очень важно. Стеночка чаши, когда работает, она выполняет массаж через упругие среды, через воздух. И когда мы ведем чаши вдоль тела, то эти упругие волны активно воздействуют на физическое тело, физиологию, так и на энергетические поля. Когда чаша стоит непосредственно на теле человека, работает донышко. То есть проекция, где стоит чаша, концентрическими кругами эти вибрации расходятся и уходят в глубину тела. И осуществляется мягкий массаж внутренних органов. И все, что попадает в проекцию работы чаши, получает массаж. Вот, клеточки тела начинают более активно работать в этой зоне, начинают активнее очищаться, улучшаются обменные процессы. И в целом орган оздоравливается. Ну, либо это сустав, либо орган, либо какие-то мягкие ткани. То есть там, где есть проблемы какие-то. Поэтому вот эти чаши, они наиболее как бы ценные, что ли, в комплекте любого мастера. Потому что именно этими чашами, то есть одна-две чаши в комплекте мастера являются основными. Остальные чаши вспомогательные. И именно такими чашами мастера 90% времени работают с человеком. То есть они делают и диагностику этой чаши, распределение энергии, контактный и бесконтактный массаж. То есть все необходимые манипуляции, которые нужно выполнить с телом. То есть остальные чаши, конечно, тоже работают. То есть они звучат, они оказывают воздействие на тело, когда находятся либо за головой, либо по проекции корпуса. Вот. Но они носят больше такой вспомогательный характер. То есть они оказывают воздействие 10-20%. Основное воздействие оказывает чаша, которая является универсальной. Универсальный размер чаши, я как сказал, ну, примерно от 23 см до 28 см. То есть меньшего размера чаши работают, но они будут работать уже на детях, то есть эффективно, глубоко. Значит, большего размера чаши тоже возможно, например, 29-30 сантиметров, когда люди двухметрового роста и килограмм 120-140, когда размер 27 сантиметров для него будет маленький чаши. Поэтому при выборе чаши для терапии конкретного человека учитываем его габариты. Ну, соответственно, и применяется примерно тот размер чаш, который должен именно прокачать его внутренние структуры, прокачать его внутренние органы. Ну и, соответственно, на ребенка мы не ставим слишком большие чаши, а на взрослого слишком маленькие. То есть учитываем пропорции. Эти чаши, которые я буду сейчас демонстрировать, можно приобрести как отдельно, так и комплектами. То есть каждый основной чаши, можно подобрать вторую чашу, третью, там, четвертую и так далее. То есть можно подобрать комплект малых чаш для того, чтобы поставить их за голову. Вот, основной чашей работать. Вот. Можно подобрать чаши побольше. Например, ну, в идеале, конечно, должно быть две чаши. Одна чаша примерно 28 сантиметров для того, чтобы работать от солнечного сплетения и ниже. И вторая чаша 25-26 сантиметров для того, чтобы работать в районе груди,
плечи, голова. То есть, и когда чаши стоят две на теле, и выполняется контактный массаж, то воздействие увеличивается многократно, чем мы выполняем массаж одной чаши. Ну, в идеале у мастера, который практикует, у него должно быть две основных чаши. То есть одна чаша это 25 примерно сантиметров, там плюс-минус сантиметров, и вторая чаша примерно 27 сантиметров, тоже плюс-минус там, сантиметр. То есть эти чаши должны быть созвучны между собой, для того, чтобы вся проекция корпуса, где они стоят, получала вибрацию. То есть когда чаши заводим стиком. Вот. То есть этот способ многократно увеличивает воздействие на внутренние органы, на внутреннюю среду, на энергетику человека, нежели просто чем одна чаша будет стоять. Да? Понятно. Вот. Но в данном случае мы рассмотрим пока по одной чаше, для того, чтобы иметь представление, какие чаши имеются в наличии, и сориентироваться потом, может быть, по приобретению этих чаш. Значит, чаши разные. Ну, я сказал, это все чаши кованые, привезенные мной из Непала, из Катманду, мною там отобраны из множества чаш. То есть я делал дефектовку, там некоторые чаши действительно были там бракованные. Ну, зачастую, когда выполняется резьба, и чаша кованая, вот, ее прорезает просто. Получается такая дырочка. Так смотришь на свет, вот, и дырочка. На вибрационные характеристики, ну, большого существенного ущерба не оказывает, ну, просто вот дырочка. И когда выполняешь такую технику чаша-фонтан, когда в чашу наливается вода, то есть эта вода может литься, сочиться, не очень приятно. Поэтому, ну, некоторые чаши там были с дребезгом, когда их просто уронили, может быть, очень сильно. Либо что-то с ними такое случилось, что, значит, внутри появилась трещинка маленькая, и начал появляться такой дребезг чуть-чуть металлический, неестественный. Это тоже является браком. Значит, у некоторых край был не очень ровный. То есть край должен быть ровный идеально для того, чтобы, когда мы вводим стиком, не было пустот. Иначе стик будет перескакивать, и будет это слышно. Ты-дын, 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 и дребезг начнет появляться. Угу. Вот. Но некоторые чаши были не очень ровные, может быть, неправильной формы. Вот. Хотя эти чаши все были кованые, премиум и best качество. Вот. Но я отобрал лучшее и сейчас сделаю видеообзор. Значит, к таким чашам идут два стика. Один стик вот такой деревянный, обмотанный замшей, для того, чтобы выполнять такие мягкие удары. И звучать чаши, чтобы она пела. Второй стик – это гонг-стик. Этот стик предназначен для того, чтобы разогнать стеночку чаши и дать вибрацию на донце. Этот стик как раз предназначен для того, чтобы делать и выполнять массажные практики, контактные и бесконтактные. Чем дальше мы ловим волну, упругие волны от чаши, тем лучше чаша скована, тем лучше она работает, тем лучше она будет работать. Также мы чувствуем, как идет вибрация в донце. То есть ладошка вибрирует, дальше мы смотрим, предплечье вибрирует, и хорошая чаша, вибрация доходит до плеча. Ну, предлагаю посмотреть видеообзор. Значит, тем, кому чаша понравится, конкретная какая-то чаша, можно оставить мне заявку на сайте lebedy-v.com. Значит, на сайте есть внизу ссылочка на контакт, можно отправить мне личное сообщение ВКонтакте, либо написать на электронную почту lebedy, нижнее подчеркивание, v-собака-inbox.ru. Данное видео актуально на 17 марта 2016 года. Соответственно, чаши будут раскупаться, какие-то останутся, ну, какие-то купят, какие-то снова подойдут. Поэтому нужно будет уточнять по наличию. Значит, и если будут какие-то вопросы, пишите мне, я постараюсь ответить. Угу. Намасте. Ну и предлагаю видеообзор.
Чаша в диаметре 17 сантиметров, нотка соль 205 герц, стоит 8000. Чаша премиум формата. Внутри мантра Ом Мани Падме Хум. Снаружи орнамент дабл ваджра. Здесь также мантра Ом Мани Падме Хум. Чаша 18,5 сантиметров, нотка соль, 203 герца, стоимость 10 тысяч. Чаша 22,5 сантиметра, нотка ля, 115 герц, 15 тысяч. Будда. Резьба по металлу. И мантра Ом Мани Падме Хум. Чаша Full Moon, диаметр 23 сантиметра, нотка до 127 герц и си 126 герц. Знак Full Moon, горячая ковка. Чаша Full Moon, 24 сантиметра диаметр, нотка до 138 герц, 15 тысяч.
Саша премиум, 24 сантиметра, нотка соль, 106 Гц, 15 тысяч. Резьба по металлу, оманы под мехом и орнамент. Такая. Следующая чаша, чаша best качества. Внутри Будда и резьба по металлу. Бесконечный узел. 26 сантиметров, 26,5 сантиметров в диаметре, нотка до 279 Гц, нотка фа 94 Гц, стоит 15 тысяч. Чаша премиум голд, 26 сантиметров в диаметре, нотка соль, 106 Гц, нотка ре, 318 Гц. Следующая чаша, премиум формат, 26 сантиметров в диаметре, нотка соль, 100 Гц, 20 тысяч стоит. Это тантрическая чаша, Будда и женский аспект Будды. Здесь 5 Будд. Double Roger.
Следующая чаша тара. 28 сантиметров, нотка фа диез, 94 герц, стоит 20 000. Это целительская чаша. Чаша премиум голд, 27 сантиметров, нотка ред 316 герц, нотка соль 105 герц, стоит 22 000. Это тара, очень красивая чаша. Пять бут. И вот же.